Сегодня у нас очередная распаковка посылок с AliExpress. Я получила сегодня вот такую гору посылок. Посылки все абсолютно разные. Есть и одежда, есть и бижутерия, есть и аксессуары, и просто интересные товары. Давайте вместе сейчас распакуем и посмотрим, что же ко мне пришло. Поехали! Начнем вот с этой посылочки. И это пришла ко мне футболочка. Вот такая футболочка, коротенькая. Она молодежная, с высокой талией. Здесь V-образный вырез и вот такой коротенький спортивный рукавчик. Материал есть и хлопок, и есть, конечно же, здесь синтетика. Здесь вот такой запах есть на футболочке. Футболку заказала не для себя, для своей племянницы. Она увидела, ей понравилось, и мы заказали вот такую футболочку. Размер 2XL, но она довольно-таки маленькая. Что сказать о пошиве? Качество пошива оставляет желать лучшего. Посмотрите, края не обработаны, но здесь вроде бы все и оверложено, но очень неаккуратно все сделано. Ну так, качество на троечку. Вот этикетка 2XL размер, и больше ничего нет. Но стоимость ее была невысокая, цену укажу на экране. Смотрим следующий товар. Упакована в zip-пакетик. Это пришла ко мне наволочка. Наволочка на диванную подушку. Качество наволочки замечательное, но правда она и стоит недешево, эта наволочка. Размер этой наволочки 45 на 45 сантиметров. Материал 100% полиэстер, но по качеству напоминает, ну вот, бархат, что ли, такой приятный материал, очень приятный материал на ощупь. И на самой подушке вот такая красивая блестящая вышивка. С боковой стороны есть замочек. Вот такая красивая вышивка, геометрические узоры. Наволочка очень красивая. Здесь вот даже есть этикеточка с фирменным знаком. У меня приблизительно такой же расцветки диван, поэтому я попробовала заказать только одну наволочку. Но наволочка мне понравилась, и однозначно буду заказывать еще. Стоимость этой наволочки была $11.49, но у меня был купон. Мне эта наволочка обошлась $9.49. Ну да, не дешево, но наволочка того стоит. Она очень хорошего качества, эта наволочка. Ну вот, попробовала надеть наволочку на подушку, она идеально подошла по размеру, ну и в принципе похожа на домашние наволочки, поэтому буду однозначно заказывать еще. Наволочка мне очень и очень понравилась. Смотрим следующую посылку. И это пришла ко мне кисточка. Кисточка для макияжа губ. Вот такая маленькая щетина. Очень приятный мягкий ворс. Ворс абсолютно не сыпется. Ну и ручка, она выполнена из древесины. Как указывает продавец, эта кисточка выполнена из березовой древесины. Вот эта часть, это скорее всего, ну какой-то тоненький-тоненький металл. Кисточку очень приятно держать в руках. Она вот действительно такая качественная кисточка. Добротная. Довольно-таки легкая. Так, открываем этот товар. И, насколько я помню, это у меня бижутерия. И это вот такие сережки. Сережки-подвески в форме бабочек. Длина этих сережек больше 5 сантиметров. Ну вот я думаю, сейчас покажу вам на черном, чтобы было видно. Вот посмотрите, как смотрятся эти сережки. Вот такие симпатичные бабочки. По 3 бабочки на каждой сережке. Это серьги-гвоздики. И бабочки, они украшены маленькими-маленькими камушками. Я поднесу ближе к экрану, чтобы было лучше видно. Очень будет красиво и элегантно смотреться с вечерним нарядом. И товар выиграла за 1 цент и за монеты. Открываем следующий товар.
Так, и это пришла ко мне уплотнительная лента для дверей и окон. Она водонепроницаемая, выполнена из силикона. Качество, я вам скажу, ленты отменное, очень хорошего качества. Вот здесь вот заклеена, это как раз вот заклеена липкая сторона этой ленты. Ширина этой липкой ленты 3,5 сантиметра и здесь 2 метра. Ну, мне нужно было, конечно, больше, но взяла пока на пробу посмотреть, что из себя представляет эта лента. А уже после применения будет видно, стоит ее брать еще или нет. Но на первый взгляд качество очень хорошее. Стоимость не помню, укажу на экране. Но обошлась она мне не так дорого. Был купон продавца. Смотрим следующий товар. Это я получила обыкновенные шнурки. Шнурки для обуви. Они бежевого цвета, ну и длина каждого шнурка 80 сантиметров. Такие эластичные, хорошо тянутся. Хорошие шнурки. Вещь, которая постоянно нужна в хозяйстве. Товар выиграла за 1 цент и за монеты. Открываем следующую посылку. Что в этой посылке, я не смогла понять. Я не смогла найти трек-номер этой посылки. Поэтому для меня это будет также сюрприз, как и для вас. И это пришли ко мне светодиодные лампочки для автомобиля, для задних фонарей автомобиля. В прошлой распаковке я получала точно такие же лампочки светодиодные. Они очень понравились сыну и подошли к нашему автомобилю. И получила вот еще две такие лампочки. Они будут про запас. И те, и другие, они желтого цвета. Световой люмен этих лампочек 80 люменов, напряжение 12 ватт. Стоимость была невысокая. Смотрим, что в этой посылке. Так, вот такой коробочке. Это я получила кисти для каллиграфии. Посмотрите, как продавец маленькие кисточки упаковал вот в такую коробочку. Вот такие три кисточки. Длина этих кисточек примерно 30 сантиметров. Заказывала я также для своей племянницы. Племянница изучает китайский язык, и ей нужны вот такие кисточки для каллиграфии. Выполнены они из бамбука, очень и очень легкие. Надеты вот такие пластиковые колпачки. И действительно видно, что это для каллиграфии. Посмотрите, как все заострено. Ну, я даже вот боюсь испортить эти кисточки. Кисточки прекрасного качества. И длина вот этих ворсинок этого ворса, она разная. Посмотрите. Есть побольше, есть поменьше. И вот самая маленькая, самая тоненькая кисточка. Кисточки разного диаметра. Стоимость этих трех кисточек $3.68. Ну, для тех, кого интересуют такие кисти для каллиграфии, однозначно советую покупки. Товар классный. Открываем следующую посылку. И это пришел ко мне силиконовый ремешок на часы Mi Band 5. Вот как раз на мои часы. Дополнительный ремешок, точно такого же черного цвета. Но обычный ремешок очень хорошего качества. Хорошо, прекрасно. Цена была невысокая, буквально 5 или 6 центов. Поэтому я их и приобрела. Ну и помимо того, что ремешок сам стоил вот какие-то копейки, продавец положил в подарок еще и салфеточку. Салфеточку и вот здесь какие-то крепления. Для чего они, я не пойму пока, но потом разберусь. Шок почти бесплатно и еще и салфеточки. Следующие посылки. Ну, насколько я понимаю, это пришла бижутерия. Так, да, вот такая красота, вот такие сережки симпатичные. Посмотрите, какие красивые серьги, сама нежность. Серьги-подвески, они выполнены из полудрагоценного камня. Насколько я помню из описания, камень этот называется флюорит. Но считается, что это полудрагоценный камень. Очень симпатичные сережки. Серьги совсем не тяжелые. И посмотрите, как это красиво смотрится вот на этой подставочке. Камень-флюорит. Такой бледно-розового цвета. Прекрасно подойдет к любому наряду. Выполнено все довольно-таки качественно. Симпатичные сережки. Мне очень нравятся. Вот эти сережки я буду носить точно.
Ну и пока я монтировала видео, я получила еще 10 посылочек. Тоже мелкие все посылочки, 10 посылочек. Абсолютно ни одна еще не вскрыта. И даже в некоторых я не могу понять, что я получила. Сейчас открываем вместе с вами и смотрим, что же в этих посылках. Я решила сразу объединить все в одно видео. Смотрим, что в этой посылке. Это тоже пришел ремешок на часы. Это на мужские часы. Насколько я помню, этот ремешок для мужских часов, по-моему, они называются НАТО. Ремешок очень качественный. Должен быть еще один точно такой же ремешок, только меньше размером. Сейчас я попытаюсь найти, в какой это посылке. Хороший ремешок. Стоимость 1 цент и монеты. По-моему, еще один такой же ремешок. Открываем, смотрим. Да, абсолютно точно такой же ремешок, посмотрите. Но он идет короче. Качество абсолютно точно такое же. Они абсолютно одинаковые. Ремешки идентичные, очень хорошего качества. Стоимость обоих ремешков по 1 центу и монеты. В этой посылке должна быть бижутерия. Вот так называется этот бренд. Я уже получала несколько колец от этого бренда. Очень хорошее качество у этих колец. Так, вот посмотрите, какое красивое кольцо. Замечательное. Качеству абсолютно никаких претензий нет. Выполнено оно под серебро. Материал это цинковый сплав, но кольцо очень красивое, изумительное кольцо. Размер 9, это как раз мой размер. Вот сейчас телефон сфокусировался, и хорошо видно вот эти вставочки. Посмотрите, с одной стороны вставка в металл перламутрового белого цвета, и с другой стороны перламутровая черного цвета вставочка. Само кольцо полностью металлическое. Ну вот опять телефон не может сфокусироваться. Вот сейчас хорошо видно. И посередине вот такой камушек, это цирконий. И вокруг этого камушка римские цифры. Само кольцо под серебро. Товар выиграла тоже за 1 цент и монеты, но кольцо просто-напросто замечательное. Это тоже бижутерия должна быть, но это уже детские сережки. Вот такие серьги симпатичные. Они выполнены из акрила. Это серьги-гвоздики с персонажем аниме. Рисунок очень четкий, как видите. Сережки эти для подростков предназначены. Но у меня есть кому подарить эти сережки. Сережки симпатичные. 1 цент и монеты. Открываем следующую посылку. Этот товар я видела несколько раз у многих блогеров и тоже решила его себе заказать. Это вот такие нитковдеватели. Выполнены они из пластика, вот в форме вот такой рыбки. Розового цвета. Их здесь должно быть, по-моему, штук 10. Да, вот 10 штук они есть. Ну, теперь будет очень легко, я надеюсь, вдевать нитку в иголку. Так, вот он здесь металлический крючок, видно. При помощи этого крючка можно зацепить нитку и вдевать в иголку. Хороший товар, обошелся он мне совершенно недорого, в 5 или 6 центов, сейчас точно не помню. Но самое главное, что вещь, которая нужна в хозяйстве и купленная за такие копейки. Еще одни сережки должны быть. Серьги-подвески, вот абсолютно точно такие же сережки, только вот эти сережки я брала за 1 цент и монеты в форме бабочки, серьги-подвески. Это абсолютно такая же подвеска. Сережки, но выполнены они в форме звездочек. Материал цинковый сплав. Вот эти сережки выполнены в форме бабочек. Эти сережки выполнены вот в форме звездочек-снежинок. Они не тяжелые. Длина этих сережек около 5 сантиметров. Симпатичные сережки с каким-нибудь вечерним нарядом будет смотреться превосходно. Смотрим следующий товар. Но этот товар довольно-таки тяжелый, и что здесь, я не догадываюсь. А вот теперь вижу. Это, по-моему, рыболовные снасти. Очень тяжелые.
Да, это вот такие силиконовые рыбки красивого яркого сиреневого цвета с блесками. Ну, они довольно-таки липкие почему-то. Ну вот, их здесь пакетики 10 штучек. Длина этих силиконовых приманок, ну, где-то сантиметров, наверное, 8. Товар тоже приобрела за невысокую цену. Товар приобрела для своего брата, он увлекается рыбалкой. Что у меня в этом пакетике, я тоже не догадываюсь, я не смогла отследить трек. И это пришел ко мне замочек. Этот товар я купила уже на распродаже, начал приходить товар с распродажи. Вот такой замок длинный. На распродаже у меня было очень много разных купонов от различных продавцов. И используя купоны, я купила довольно-таки много товаров. Они сейчас идут, все скоро должны подойти все эти посылочки. И эти товары мне обходились буквально каждый в 5-6 центов. Такой замок молния черного цвета. Ну и судя по длине, он где-то сантиметров 50, даже если не 60. Очень хорошего качества замок. Бегунок пластмассовый, хорошо работает, хорошо бегает. Вещь, которая постоянно нужна в доме. Это тоже бижутерия, должна быть бижутерия. Это кольцо, кольцо мужское. Тоже очень красивое кольцо, посмотрите, черного цвета и есть синяя, темно-синяя блестящая вставочка. Кольцо мужское, выполнено из нержавеющей стали плюс цинковый сплав, черно-синем цвете, размер десятка. Отличное красивое кольцо. 1 цент и монеты. И последняя посылка на сегодня. Я уже не знаю, какая она по счету сегодня. Это браслетик для подростков. Вот такой симпатичный браслетик. Но даже вот по размеру видно, что он очень маленький. Это на подростковую руку. Здесь вот есть карабинчик. Карабинчик довольно-таки хорошего качества. Но есть вот дополнительное звенье для того, чтобы удлинить этот браслетик. Но сам браслетик, он выполнен из сплава железа. Вес браслетика где-то грамм 5. Длина его всего 16 сантиметров. У продавца они были, по-моему, в 9 или в 10 расцветочках. Я выбрала вот такую яркую, подарю своей племяннице. Очень хороший, симпатичный браслетик для подростков. 1 цент и монеты цена. На этом у меня все. Я показала вам все товары, которые я сегодня получила. Надеюсь, моя распаковка вам понравилась. Если так, то ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться. Всем желаю добра, здоровья, позитива. Всем пока-пока!